Мы же все понимаем. Ладно, на Black Rush добавят Google Аутентификатор. И вот так будет выглядеть вкладка на их сайте. И знаете, в чем проблема всего этого Google Аутентификатора? И вот там я рассказывал о том, что Google Аутентификатор в случае, если вы там, знаете, потеряли свой телефон, он у вас утонул или какие-то вот эти вот прочие вещи. Ну, мы должны понимать, понимаем мы, часто ли мы понимаем. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну что ж, я могу сказать, здравствуйте всем. Так, даже я, наверное, знаете, микрофон, так сказать, пониже сделаю для себя. Здравствуйте всем вот теперь, наверняка, я так подозреваю. Ведь сегодня мы с вами обсудим Black Rush. Да не просто обсудим Black Rush, а подумаем вообще, как последнее обновление на этом проекте может оставить вас без аккаунта абсолютно точно вообще. Или не вообще, или не абсолютно точно, неважно. Все дело в том, что, давайте я зачитаю новостное сообщение, и там уже все будет понятно. На Black Rush добавлят... Чё, блять? Добавлят? Блять, Рома Злобин! Сука, блять, так, блять, ну, как ты эти посты пишешь, блять, ну я просто нихуя не понимаю уже, блять. Ты чё, ты в глаза ебешься или чё? Ну как можно? И ладно, это, ну, опечатка, да, ну бывает, само слово-то, оно же, типа, ну мы же понимаем, что хотел сказать автор вот всем этим сообщим. Мы же понимаем все, мы же не тупые люди-то в самом деле. Мы же все понимаем. Ладно, на Black Rush добавят Google Аутентификатор, и вот так будет выглядеть вкладка на их сайте. Видимо, с подключением всего вот этого вот Google Аутентификатора. Больше похоже, как, знаете, какое-то письмо на почту, вот, где нужно будет ввести вот этот вот весь идентификатор, все прочие вещи, типа, и так далее. Мы тут можем увидеть, что все это будет происходить через Google Аутентификатор. И знаете, в чем проблема всего этого Google Аутентификатора? У меня был уже ролик на всю эту тему, там он собрал что-то около 10 тысяч просмотров, может, уже 11 тысяч просмотров, я точно не знаю. И вот там я рассказывал о том, что Google Аутентификатор в случае, если вы там, знаете, потеряли свой телефон, он у вас утонул или какие-то вот эти вот прочие вещи случились с вашим телефоном, то скорее всего пизда и на проект вы не попадете. Но тогда я еще выпустил опровержение о том, что мол, чуваки, на самом деле это все сделано для вашей же безопасности, чтобы чуваки какие-то не могли там всю эту хуйню восстановить и чтобы вы чувствовали себя нормально. То есть все это сделано именно вот для этого, потому что, ну, а для чего еще все это может быть сделано? Типа вы что, серьезно или что, не особо понятно. И в принципе при должной сноровке, при вот этих вот всех прочих вещах, мы должны понимать, что, ну, мы должны понимать, понимаем мы, часто ли мы понимаем, вот, мы должны понимать, что в самом деле, ну, можно там войти через резервные коды, через прочие вещи, восстановить доступ к аккаунту, восстановить доступ к аккаунтам, если у вас их несколько было привязано к Google Аутентификатору. Лично у меня аккаунтов, наверное, штук, не знаю, 8, 10, может быть, 12 привязано ко всему этому Google Аутентификатору, и в самом деле, там была вот эта вот вся проблема, что очень сложно переносить с одного устройства на другое, а если оно у вас там, знаете, устройство утонуло, сломалось или его вообще украли, то, разумеется, в этом плане, типа, все не особо хорошо с восстановлением. Но сейчас ты можешь нажать на три точки справа сверху и нажать кнопку «Перенести аккаунты». И ты сможешь там экспорт аккаунтов, там создать QR-код для экспорта аккаунтов, либо там, знаете, импорт аккаунтов на своем телефоне. Ты сканируешь весь этот QR-код, и, в общем-то, аккаунты вроде как должны перенестись. Я не знаю, я не пробовал, я не знаю, как это работает. Стирается ли на этом телефоне, с которого ты переносишь аккаунты, вот вся эта тема, сделается ли какая-то прочая вот эта вот вся тема. Но стоит признать, что как только Black Rush сказали, что у них нету вот этого всего подтверждения, что у них нету Google Аутентификатора и типа аккаунты людей могут там взламывать, и они никак дополнительно не защищены, то, разумеется, они, так знаете, ну, приняли все это к сведению и разработали вот нечто подобное. Теперь можно защитить свой аккаунт Google Аутентификатором. Мне за этот ролик не платили, я не буду
буду вам типа советовать, чтобы вы зашли там и начали вот там все вот это вот там, не знаю, привязывать Google аутентификатор к своему аккаунту или прочие вещи делать. Я же вообще, знаете, где я играю? Я вот, ну, играю на Arizona RP, а Black Rush, она там, знаете, типа, ну вот где-то рядом. Это как, знаете, как новость некая. То есть я вижу новость, я понимаю, что я должен ее обсудить во что бы то ни стало. То есть вот, есть новость про Google аутентификатор, какая бы она хуевая, какая бы она плохая ни была, и как бы безграмотно, с какой бы опечаткой она ни была написана этим самым Ромой Злобиным, или кто у него там сейчас редактор, тем не менее, я вот все это обсудить должен. Но опечатка просто, блять, мерзотная, хуевая, ты не знаешь, блять, как это все прочитать. Ну типа, добавлят, а что если они в самом деле не добавят, а что если они в самом деле добавлят? Что мы тогда будем делать-то все? То есть, на что нам уповать? На что вообще мы можем рассчитывать-то в данном случае? И вот, непонятно. То есть, если у кого-то есть какие-то мнения по данному поводу, или там что-то вот это вот прочее, то, разумеется, типа, вы можете рассказать все это в комментариях, но в целом, ну, это ж, типа, какой-то... говно, я не знаю, я не знаю, как на все это можно реагировать, я без понятия, то есть, ну, типа, добавлят и добавлят, а мне-то что с этого? Типа, ладно, хорошо, добавлят, и что? Ну, типа, ладно, я же ничего с этим поделать не могу, ну, какие-то прям вот, я не знаю, странные, что ли, или вроде-то, я не знаю, как на все это можно реагировать, что вообще со всем этим делать и так далее, но, ладно, наверное, или не наверное, типа, я не знаю, я не знаю, как вообще со всем этим бороться, что на все это отвечать. То есть, Google аутентификатор, ладно, хорошо, добавили, сделали, отлично. Что я еще мог сказать по поводу вот всего этого? Я не знаю. Поэтому я начал рассказывать про мой видеоролик, связанный с Google аутентификатором. Если вы его, разумеется, еще не видели, то вы можете его посмотреть вот сразу после просмотра данного видеоролика. Там все рассказано более детально, более в таких, знаете ли, подробностях. И там вы все это сможете понять, разузнать и не допускать ошибок. Ролик называется «Никогда не ставь Google аутентификатор». И многие люди говорят, мол, да, спасибо большое, ты нам помог, мы, типа, не поставили Google аутентификатор, хотя по факту я в том ролике ошибся, ведь Google аутентификатор специально не создает никаких аккаунтов и каких-то вот этих вот всех прочих вещей, чтобы злоумышленники не смогли вот восстановить всю эту хуйню-то, типа, вашу. Поэтому вот так, да, то есть это не от какой-то лени Гугла, не от каких-то вот этих вот всех прочих вещей, нет, это просто, типа, ради вашей же безопасности сделано, и, разумеется, нужно всегда хранить резервные ключи на случай, вот когда нужно будет все это перенести в свои аккаунты или хотя бы войти в аккаунт. Резервные ключи — это же вроде для того, чтобы войти в аккаунт, по-моему, или нет, я не знаю. Но однако, ладно, я тут наговорил уже, знаете ли, на много минут, может быть, минут на 8, может быть, на 9, может быть, на 85 минут. Это не особо важно. Самое важное тут, знаете что? Чтобы вы зашли на Arizona Roleplay Phoenix. Там также есть Google аутентификатор, там также есть все прочие вещи, вы можете туда зайти, там вы можете со всем этим ознакомиться. Поэтому, ну, как бы, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод Dante Connor, а также мой никнейм NoToxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Заходите, узнавайте, присаживайтесь, ожидайте, спите и так далее. Пока.